удачи и успехов этим двум коллективам. Эстафету на скорость проходят команды из Российского университета правосудия и Тихоокеанского госуниверситета. Это не полные составы, между этапами участников пересменка. Постараться должен каждый, от этого зависит победа. Претендентов на нее много, около 15 команд из вузов, колледжей и техникумов края, а еще 10 школьных. В игре 500 молодых спортсменов и столько же болельщиков. Раньше приходило чем-то подобным участвовать? Нет, подобным не приходилось как бы заниматься. Очень понравилось. Ну, еще не до конца, конечно, но все хорошо очень. Я всегда занимался спортом, футболом, хоккеем, волейболом, баскетболом. Вы только болельщицы или тоже будете участвовать в соревнованиях? Тоже будем участвовать. Конечно, будем, обязательно. Как без этого? Сейчас за кого болеем? За одногруппников? Конечно. Конечно, да. Как вы их поддерживаете? Что пожелали? Мотивируем, мотивацию надо поднять. На каждом этапе эстафеты команды уносят с собой баллы, которые потом суммируются, чтобы определить команду победителя. Полоса препятствий, включая надувную ее часть, разместилась в футбольной академии «Искра». Так, по-спортивному здесь прошел молодежный форум «Если быть, то быть первым». В течение года было очень много мероприятий со смыслами, с образовательными программами, поэтому конец года мы бы хотели закончить чем-то таким нестандартным, того, чего еще в течение года у нас не было. Это околоспортивные игры, тестируем новый формат на 2024 год. Самая сложная ракета для меня была, я ни одной просто не попал. Я смотрю, вы здесь прям зарядились, нужно ли чаще для молодежи что-то подобное? Да, с первого раза ворота попал, в штанах 100%. По итогам эстафеты лучшие из лучших забрали с собой грамоты, медали, призы от регионального движения первых и ящик мороженого. Мария Шулешко, Данила Кулешов. Смотри, Хабаровск.